Пилотка в советской армии была целой эпохой, частью формы со времен Великой Отечественной войны. Она сохранилась в форме Российской Федерации до наших дней. Но на самом деле пилотки в русской армии появились гораздо раньше, еще в Первую мировую войну. И назывались они сначала полетки или перелетки, поскольку были частью формы военных летчиков. Пилотки компактно складывались в карман. После полета военный должен был снять свой кожаный шлем и надеть взамен него пилотку. Пилотки были во многих армиях мира, даже высокое советское начальство старалось не отставать. В моду вошли каракулевые шапки-пирожки в форме пилотки. Ну а солдаты ценили пилотки за их компактность и практичность. Пилотка может стать вашим стильным аксессуаром и современным головным убором. Боевая! Сеть магазинов «Гарнизон» предлагает вам пилотки советского образца. Признанное всеми качество, демократичные цены и гибкая система скидок непременно заинтересуют вас. «Гарнизон» – магазины для тех, кто знает толк в стиле.